Добрый день, на связи Планета Авто. Представляем вам краткий видеообзор на Nissan X-Trail 2021 года выпуска на бензиновом двигателе, объем двигателя 2 литра, 144 лошадиные силы, автоматическая коробка передач, передний привод. Автомобиль в черном цвете, присутствует камера заднего вида, спойлер на хорошей резине, на литых дисках, бесключевой доступ, центр замок, повторители поворотника в зеркалах, парктроники по салону. Салон темный, тканевый, ухоженный, непрокуренный. Присутствует мультимедиа, кондиционер, раздельный климат-контроль, подогрев лобового стекла, обогрев заднего стекла, электроручник, подогрев передних сидений, мультируль, режим эко, подогрев руля, система курсовой устойчивости, корректор угла наклона фар, электрорегулировка зеркал, электропривод зеркал, 4 электростеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. Сто один, сто тринадцать, сто двадцать один, сто двадцать один, сто шесть, сто десять, сто семнадцать, сто двадцать шесть, сто двадцать один. Актуальную цену и наличие автомобиля можете уточнить по ссылке в описании к видео.